Всем здравствуйте! Это мой первый отзыв о лечении в центре Бир Давид. Лечение проходит дистанционно, по скайпу. Моему ребенку 1 год и 2. Врачи ему поставили сенсомоторную алалию, потому что он не как все дети. Он не делает то, что делают дети в год. И еще вдобавок не отзывается на свое имя. Когда я услышала такой диагноз, я начала очень много читать информации в интернете. Что с этим делать, как лечить. И наткнулась на Давида. Я много думала, читала и решила попробовать. На данный момент у нас с Давидом прошло 2 сеанса. Второй сеанс был 9 мая, и мой ребенок, на удивление, стал меняться. Он долгое время смотрит мне в глаза. Он начинает хорошо есть с ложки. Он просит то, что он хочет. Он тянет руку. Он начал говорить слова «мама». До этого он ничего подобного не делал. Он стал чаще улыбаться, смеяться. В общем, результаты меня поразили. Спасибо тебе, Давид.